Про Джека вы, вероятно, все знаете, поэтому прочитаем другой текст и попробуем в нем разобраться. В романе Гончарова приведено такое предложение. Квартира, которую я занимаю во втором этаже дома, в котором вы предположили произвести некоторые перестройки. Недостаток этого предложения, как нетрудно видеть, заключается в повторении одного и того же союзного слова «который» в придаточных частях сложного предложения при так называемом последовательном подчинении. Одна придаточная зависит от другой. В данном случае писатель использовал стилистически неудачную конструкцию для речевой характеристики Обломова, пишущего письмо управляющему домом. Не случайно в следующем предложении текста стилистическая ошибка повторяется. «Известить через крепостного моего человека, Захара Трофимова, чтобы приказали сообщить мне, что занимаемая мною квартира». Автор письма, страдающий ленностью мысли, сам признал его нескладным, так как тут два раза сряду «что», а там два раза «который». Однако подобные построения, нарушающие нормы письменной речи, нередко используются писателями для речевой характеристики действующих лиц, как в Обломове, или для того, чтобы придать повествованию разговорный оттенок, приблизить авторскую речь к речи персонажей. Собакевич так сказал утвердительно, что у него, Чичикова, есть деньги, что он вынул еще бумажку. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Тихая, уединенная жизнь в нашей деревенской глуши с возможностью делать добро людям, которым так легко делать добро, к которому они не привыкли. Федор Михайлович Достоевский вкладывает в уста отрицательного персонажа Ставрогина из романа «Бесы» фразу, которая должна подчеркнуть нарочито неотделанный, отталкивающий неприглядный слог. «Я так был низок, что у меня дрогнуло сердце от радости, что выдержал характер и дождался, что она вышла первая». Порядок слов. Сложно предложение, вынесенном в заголовок, такой, что относительное местоимение «который» формально может быть отнесено к ближайшему предшествующему существительному «казаков». И нужно приложить некоторые усилия для правильного понимания текста. Освободиться, так сказать, от первоначального его восприятия. Следует иметь в виду, что при чтении, а тем более при слушании подобных предложений, первоначальное понимание как бы напрашивается само собой, но оно может быть ошибочным. Ведь и в нашем примере пеной были покрыты не казаки, а лошади. Исправление этого предложения не вызывает затруднений. Достаточно заменить придаточную определительную часть сложного предложения причастным оборотом. Лошади казаков покрыты пеной. В некоторых случаях порядок слов создает двузначность предложения. Неизменным успехом пользуются книги писателей, которые отражают нашу современность. Книги или писатели отражают современность. И здесь на помощь может прийти причастный оборот, отражающий нашу современность или отражающих нашу современность. Правда, в художественной литературе нередко встречаются сложные предложения, в которых соотнесенность придаточной определительной части и определяемого существительного основана на реальном их значении или на предшествующем контексте, а не на формальном порядке слов. Порфий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю. Ясно, что растянулся на все четыре лапы щенок, а не пол. Неудачным следует признать предложение, если в нем дважды использована частица «бы» для выражения пожелания «чтобы бы». Такое повторение частицы «бы» в придаточной части предложения, в которой сказуемое выражено формой условно-сослагательного наклонения, чаще всего встречается в устно-разговорной речи. «Если бы ты сразу написал бы мне об этом, я мог бы помочь тебе». «Чтобы ты спросил бы брата». Однако в литературной, в письменной речи такое словоупотребление считается нарушением нормы. Подобное построение сложного предложения можно встретить и в произведениях художественной литературы, где оно используется для придания высказыванию разговорного оттенка. Чаще частица «бы» употребляется при втором сказуемом, более удаленном от союза «чтобы» или «если бы», когда несколько ослабляется выражение пожелания или условия. Она послала Витю второй раз, чтобы он с точностью узнал адрес Ознобишина и прямо из конторы пошел бы по этому адресу. «Не хочу я, чтоб ты притворялась и к улыбке себя принуждала бы».